начинаем новый влог. Мы сейчас вышли погулять, зайдем в Магнит Косметик. Конечно, не за парфюмом уже, но я хочу там посмотреть, что интересного есть. И потом еще фикс прайс пойдем, да, Милаш? У нас, кстати, погода такая, прям небо серое, как бы дождь не пошел. В общем, оставайтесь с нами. Хотим провести скидку. Еще на расческе 70% скидка на все. Иван уже с покупками стоит. Это, кстати, интересно. Все, Милана, похолодало, да? Пока мы в Магните были, дождь пошел. Кстати, видели цены? Акция, там парфюм еще продолжается. Так что еще можете успеть. Показала вам там цены. В принципе, да, на парфюмерии еще есть скидки. И на подороже, которые, и на подешевле. Я думала, зависит от магазина, в зависимости от магазинов, наверное, ассортимент разный. Поэтому еще возможно что-то купить. Хотя говорили, вот только месяц, уже вот сентябрь почти заканчивается. А акция еще продолжается. А сейчас мы куда идем? Магазин! Зачем? Высоком. Фикс прайс я иду. Там надо мне много чего купить, и потом, наверное, отдельное видео сниму о фикс прайсе. Милана идет в жилетке. Хотела я куртку нормальную одеть, ветровку. Она нет, я жилетку свою, дождь пошел. Да? Она еще и приболела. Еще и под дождем сейчас. Фикс прайс тут находится на Демократической. По-моему, это Демократическая 7. Я, кстати, в том году, не в том, да, в том году, весной, так там упало сильно. Там такие ступеньки крутые, кто из Самары, тот знает. Я, в общем, в дождь там тоже проходила, на платформе была, и я оступилась немного, и так ударила руку сильно. Я, наверное, перелом получила. Я не пошла в больницу. Хорошо. Но мне кажется, там прям перелом был. Просто ощущается сейчас на погоду, что очень так и хорошо упала. Ступеньки. Аккуратно. Какие красивые горшочки. Милашечки. Да, Милан? Там какой-то косметика какой. Сегодня классный, я думала, блин, в принципе, у меня все организовано, даже не знаю, стоит, не стоит брать такое. Цвет у меня синенький, будет разнобой везде. Я не буду брать такое. Девочки, купили мы в фикс прайсе все, что нужно было, но в основном покупки у меня были такие нужные, в основном. Там были такие бьюти-штучки некоторые, которые тоже нужны. В общем, ничего такого лишнего не покупали. Также кое-что из продуктов, из бытовой химии. Ну, в общем, думаю, отдельное видео сниму. Наверное, прям завтра утром его сниму и загружу сразу.
И пойти там, кстати, я чуть поснимала полочки, косметику, конечно, я ничего такого не покупала в фикс-прайсе, маски, всякие гели для умывания, я ничего такого там не беру. В общем, вот такие вот дела. Сейчас мы поедем в магазин Светофор, надо будет, как я им говорила, мы в Светофор заезжаем, но в основном мы там берем какие-то определенные продукты. Допустим, нам нравится молоко там пастеризованное, потому что нам нравится такое больше. Яйца мы там часто покупаем, потому что выгодно сразу купить 3 десятка, потому что мы, в принципе, любим омлет, то есть и выпечки использую. В общем, быстро улетает это все у нас дело. И также, что мне еще там нравится, там, конечно, сладостей много всяких, но мы сейчас стараемся все-таки меньше этого есть, потому что ничего там полезного нету. Сейчас в фикс-прайсе единственное, я набрала всяких вкусняшек, но в основном это печенье обычно взяли и вкусные конфетки, такие, кстати, состав мне их нравится. Как я вообще попробовала конфет, у нас есть соседка, которая постоянно угощает Милашку конфетками, и как-то она вот угостила нас такими конфетами, мне так они понравились. Следующий раз к ней пришла, говорю, что это за конфеты? Она говорит, а мне привозят их на заказ, а они, говорит, для диабетиков. Она мне так сказала, что там состав неплохой, что можно при диабете, потому что, ну, как бы у нее заболевание это. И мне так понравились, думаю, такие вкусные, прям как злаковые какие-то, но при этом такое ощущение, как будто шоколад есть, думаю, прям понравилось. И вот потом в фикс-прайсе я их увидела. И вот сейчас до этого мы брали в темном шоколаде, только сейчас еще в светлом шоколаде взяла. Ну и, в общем, шла тема. Еще, что мне нравится в Светофоре, это полотенца бумажные, вот такая вот всякая мелочь, пакеты мусорные, кстати, тут раз мы купили, вообще рублей 35 они стоили там. По-моему, 10 или 20 пакетов на 35 литров, 20. И они с завязками, прям классные. Потому что такие пакеты в других магазинах стоят больше 80 рублей. Ну, то есть вот такие мелочи. То есть мы чаще всего едем, так заезжаем в Светофор, берем там, что мы обычно берем. То есть уже с закрытыми глазами, то, что мы там покупаем. И потом уже едем там в Магнит или в Ленту. В общем, там уже неважно. В основном в гипермаркет Магнит. У нас скоро Лента откроется возле дома. Как не возле дома, ближе к дому, где мы часто закупаем продукты в этом районе. А до этого у нас они как бы все расположены, вообще были, и как бы есть сейчас далековато ехать. Ну, как бы на того не стоит ехать за продуктами в такую даль. В общем, вот так. Сейчас заедем в Светофор. Если нам будет что-то интересное, кстати, поснимаю полочки. Возможно, покажу вам, может, кому-то тоже будет интересно. И, кстати, напишите, вам все интересно, если я буду показывать продуктовые покупки, то есть полностью нашу жизнь. Покупки, уходовой косметики, продуктов и также готовку. Если вам это будет интересно, то я буду тоже очень рада это снимать. Девочки, у нас уже следующий день. Вчера я не стала уже показывать, что мы купили. Также, кстати, в Светофоре не стала снимать ничего, потому что торопились уже, так как магазин закрывался. Быстро-быстро взяли самое необходимое, то, что там часто берем, и все. И также, конечно, в Магните в основном основные продукты покупали. Там мясо, ну и все остальное, там сыры, колбасы, вот такое все. Тоже, наверное, не особо там интересно, потому что все знают ассортимент магазина. Гипермаркет Магнит и Магнит, ну, в принципе, все одно и то же. Покажу только, что мы со Светофора постоянно берем, потому что девочки меня спрашивают, что вы там покупаете, что стоит, что нет, поэтому показываю. Тесто мы вот такое там постоянно берем, стоит оно, кстати, сейчас вам даже точную цену скажу, сколько. Тесто это стоит 23,50, и, кстати, тесто прям отличное, нам нравится. Я и слойки просто с сахаром делаю, и с сыром, и также и запекаю что-то. То есть можно любой пирог сделать с этого теста. Я умею сама делать слоеное тесто, кстати, это бездрожжевое, также дрожжевое есть. Но как-то порой на быструю руку так отлично подходит и это. Далее здесь вот такие чипсы. Мужу моему нравятся очень эти чипсы, потому что они с натуральной картошки. То есть это не имитированные чипсы, а прям настоящие. Здесь большой такой объем, и стоит 300 грамм объем, 83,90. Далее наша постоянная покупка – это салфетки влажные, 38,50 вот они. Далее крабовые палочки по 21,90, такие имитированные. Также ананас, я взяла в банке, такой хочу запекать с курицей, возможно, покажу рецепт. Здесь 850 грамм, и стоили они всего 78,90. Далее сайра у нас здесь, тоже хочу сделать такой рулетик. Сайра и в лаваше тоже, возможно, вам покажу. Стоил 45,60 эта баночка. Далее наше любимое молоко. Мы всегда берем его в Светофоре. Стоит оно 40 рублей. 60, кажется, 3. Сейчас найду вам точно. 62,90, да, стоил вот такой майонез. Объем здесь большой. Почему берем его? Потому что запекаем часто. Там именно для запекания отлично. Также фасоль взяла для салата. Белая и красная стоила фасоль по 26,50. Также моя любимая в магазине Светофор, это такие бумажные полотенца по 29 рублей они у нас. Вообще супер. И моя томатная паста любимая, стоит на 92,70. 10 литр. Прям люблю томатную пасту, самая вкусная из того, что мы пробовали. Вот такие вот покупки. Еще раз повторюсь, магниты я не буду показывать, там в принципе ничего такого особенного. Кстати, чай себе взяла в магните, сейчас вам покажу какой.
такой вот тест, что-то меня так заинтересовало. Его название — гибискус с ароматом земляники с розовым перцем. Прям интересно, какой будет вкус, потом расскажу вам. Вот такие вот, в принципе, были покупки именно со светофора. И, кстати, дочь еще купили шапочку, варежки, сейчас тоже покажу. Так, вот такая вот шапочка, она просто розовенькая, с такой аппликацией. Здесь интересная такая. Также такие вот перчатки взяли и варежки. В принципе, в садике нам говорили, что если ребенок не умеет одевать сам перчатки, лучше варежки. Но она у нас сама одевает перчатки, поэтому взяли варежки и перчатки, там будем уже смотреть. И, кстати, мы сейчас с дочей пойдем до рынка, сходим. Я хочу купить кое-что из овощей. Мне надо баклажаны, хочу сделать баклажановую икру. И перец, потому что я замораживаю перец на зиму. Кстати, покажу вам, если будет интересно, как я это делаю вообще. В общем, придем, покажем, что купили. Ты хочешь сапожки, чтобы попрыгать? Ну, иди вперед. Вышли мы на рынок сейчас. Зачем мы идем с тобой, Милан? А йогурта. За йогуртом? Вообще мы идем за овощами на рынок. Я до логи, а че я зайду? Ага. Вот. Вот эта шапочка. Там сразу купили? Прыгать. Тебе шапочка нравится твоя? Да. Ой, ты что делаешь? Так нельзя делать. В общем, идем на рынок сейчас за овощами. Да, покажу и расскажу, зачем. У меня такой вид по максимуму естественный. Я вообще не накрасилась. Думаю, на рынок сходить. Не обязательно там делать макияж. О, Мила все-таки нашла лужу. Кстати, хочу купить перец, заморозить. Я вам покажу, как замораживаю перец болгарский. Милка, нашла маленькую лужу. Я нашла маленькую лужу и все. Что, самая большая лужа? Пойдем. Ну, пчелка, пошли. Еще упадешь. Нашла лужу. Нашла лужу? Чушка везде грязь найдет, да? Так и Милана лужу. Дети идут дожди. По лужам любишь прыгать? Да. Куда ты идешь? Нам прямо, прямо иди. Вот сюда, 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 сюда. Не упади только. Только вышли из дома, сейчас в лужу шмякнешься. Так, сюда нам. Тебе скрипыша подарили, да? Да. Что мы покупали, там совсем мало, там хлеб не было только взять. И тетя ей подарила, кассир, скрипыша, да? Да. Покажи. Вот. Добрая тетя, да, какая? Да. Собираемся. Девочки, собирайтесь, скрипушите. Девочки, вернулись мы домой. Вот купили овощи. Сейчас покажу, что купили. Купили мы зиру. Здесь две ложечки. Одна ложечка, она стоит 10 рублей. Буду готовить плов. Также ложечку барбариса взяла. Также 10 рублей она стоит ложка. Зелени тут рублей на 30. Это вышло здесь чуть-чуть. Укропа, петрушки и лука. Далее розовые помидорчики. Они такие небольшие. Стоимость была всего 30 рублей. Да, по-моему, 30 рублей за килограмм. Вообще супер. Купила здесь килограммчик, наверное, потому что я, в принципе, вчера в Магните купила много помидоров розовых. Там, причем розовые были по 80, они побольше, но по 80 рублей. То есть разница очевидная. И также еще просто красные помидоры взяла, поэтому дома хватит. Далее взяла баклажаны. Они такие, знаете, по 25 рублей были. И скажу, что они прям красивенькие, такие не очень на внешний вид. Я буду с них делать баклажановую икру, поэтому мне как бы это не принципиально. И вот взяла килограмм. И самое основное, зачем ходила, это перец. У меня здесь 5 килограмм перца, стоил он по 20 рублей. Вот этот по 20 рублей, а красный 25. Я взяла пакетик по 25, и я это буду все замораживать. Как я замораживаю? Либо я режу напополам и вот так как бы кладу друг к другу, то есть дольками. И потом уже режу как мне надо на блюдо, либо квадратиками на лагман, либо как-то соломкой. И также замораживаю еще немного целиком. То есть я вот эту часть вырезаю, полностью очищаю. И вот так целиком, как стаканчики, друг в друга даже можно их ставить и замораживаю. И, допустим, на фаршированный перец зимой. Очень даже так прекрасно. Вот так, в принципе, я и замораживаю. Кстати, пишите в комментариях, вы замораживаете что-нибудь или нет. Также я помидоры, кстати, пробовала замораживать. Тоже неплохо на яичнице с помидорами зимой. Потом кабачки я замораживала, ну и, естественно, фрукты кое-какие. Поэтому пишите, что замораживаете вы на зиму, будет очень интересно почитать, может, тоже к этому прибегну. Но на этом я заканчиваю данный влог. Огромное спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, вам что-то было полезно и интересно. До встречи в новых видео. Всем пока-пока!